Мы находимся в самом центре Торонто, где буквально через несколько минут стартует парад Санта-Клауса. Едет сам Санта-Клаус. А это значит, у всех есть возможность сказать привет лично Санте и загадать рождественское желание. Не так давно в Торонто побывал известный певец и композитор из Израиля Виктор Березинский. Мы не стали упускать возможность, чтобы записать программу «Я расскажу вам» с его участием. Когда началась реальная эстрада? Когда ты понял, что инженерная стезя – это все-таки не твое? В школе у меня была низкая ансамбль уже. И я когда поступил в институт, у нас были конкурсы городские. Я жил в городе Омске, и у нас было много-много разных ансамблей. И я когда поступил в институт, там уже меня знали, что я уже там по телевизору мне показывали, что я пел там песни комсомольские какие-то и сам сочинял уже.